NBC, друзья, да, мы в Москве. Сегодня гран-при, 4-е гран-при Федерации NBC, который организует и проводит Виктор Шамин. Сегодня предварительные судейства. Вокруг ходят девушки, периодически ходят мимо и мальчики, и проходят соревнования. Адреналин стадиум, на самом деле, красивое достаточно помещение, большое, объемное, есть гости, еще только полуфиналы, еще не началась основная часть, основная часть будет 5 часов. Витя сказал не пропускать, что будет какое-то красивое, торжественное, помпезное, это же Москва, то есть максимально с перьями, с блестками, со стразами. Открытие, которого все ждут, это будут финалы. Турнир проходит одним днем. Первая часть – это отборы, полуфиналы и финальные судейства второй частью – пятерки. Быстро, реально категории проходят быстро. Сейчас на сцене бикини, думаю, подойдем, снимем, посмотрим уровень девчонок. Ведь часто говорят, где выше уровень? В основной, в базовой федерации IFBB, ФББР или вот NBC. Да, часть ребят выступает в NBC, в альтернативах. Существует мнение, что здесь находятся те, у кого не сложилась успешная карьера в основной федерации. Но нет, это не так. На самом деле, очень у многих ребят своя причина выступления здесь. И как раз-таки об этом мы поговорим со спортсменами, зададим вопрос. Почему сегодня они здесь и на этой сцене? Идемте. Что ты здесь сегодня делаешь? Пришел побеждать. А я думал, ты с отпуска загорелый такой. Представьте, пожалуйста, для ребят. Меня зовут Пахлавон. Я чемпион России, чемпион мира по классическому бодибилдингу. Тебя ждет дисквал? Да, к сожалению, но ничего, это страшно. В про не тороплюсь. Кстати, говорит, Руслан, я вам писал, вы мне не отвечаете. Вчера проверили. Его, кстати, директ. Он мне нифига не писал. Но я уверен, что лучше вот этих ног нету ни у кого. За них я не переживаю. Окей. На самом деле, до сих пор я не могу привыкнуть к тому, что люди подходят фотографироваться. Это очень... Вот я больше всего люблю именно это комьюнити. Вы знаете, я не сужу соревнования, я именно выступающий спортсмен. Я создаю продукт для себя, для этих пацанов. Друзья, сейчас на сцене находятся две спортсменки. Одна чемпионка, выигравшая свою категорию по бикини, а вторая – это Юлия Матина, член команды «Генетик», которая буквально на днях стала про-атлетом категории wellness в Калининграде у Оксаны Гришины. Поэтому это новый про-спортсмен в России. И в скором времени она отправит уже на про-турниры. У девочки реально очень крутая форма. Это реально про. Сейчас будете смеяться, не смеяться, но, во-первых, найдите ее аккаунт, Юля Мазина, и у нее есть свой OnlyFans. Возможно, кому-то из вас это пригодится. Я, на самом деле, случайно об этом узнал. И да, вот всякое бывает.
друзья мои, мы поймали еще одного, первого профессионала на турнире, которого мы встретили. Это Денис Романов. Привет. Я вижу, на самом деле, по ширине этих дельтовидных, что... Что-то ты делал. Маленький секрет от профессионала Дениса Романова – выступать чаще, сушиться и набирать еще компенсации после соревнований. Да, 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 верно, совершенно верно. Не понимаю спортсменов, которые выигрывают про-карту и на год, на два, на три уходит набор какой-то. Но если тебе дали про-карту, значит, судьи тебя видят про-атлетом. Значит, надо идти выступать на про-соревнования уже сразу. Смотрите, мы прямо у бара застали. Андрюха заказывал сейчас себе, говорит, мне, пожалуйста, мохито на аминокислотах. Мельников Андрей, IBB Pro, yes, который готовится к категорию 212 фунтов на Олимпию в Португалии, которая будет практически уже через 5 недель, получается? Да. Даже 5 недель. Мышцы сильнее расти не стали от карты? От того, что карта появилась? Да. Не-а, все то же самое. Так, хорошо. То есть федерация NPC тебе не прислала специальный список препаратов для профессионалов, диету для профессионалов. Тренер у тебя тоже не изменился правильно, тебя готовит Яковлев, да? Да, все с Вовой. Сколько работает? Нормально все. Сколько бороду не расчесывай, тебе это не поможет. Я весь волосатый, а он весь. А я весь аэродинамичный, друзья мои. Аэродинамичный Халецкий Руслан и крипто Игорь Гостюнин. Крипто-гангстер. Крипто-гангстер. Болельщиков вопрос. Да. Почему ты не успел на гриме свою категорию? На какую? На категорию не успел. Какой? На эту? На свою. Зачем ноги качать? Ну, нужно, чтобы ноги были большие, накачанные. Не-не-не, ноги вообще не надо качать. Никогда. Никогда. Нет. То есть это красивые пропорции, да? Конечно.
Ну, конечно. Это самые сильные ребят с категории, правда? Интересные и быстро, самые лучшие. Круто, круто. Но с двоечки каждый нахуй ляжет из них. Ты легко вырубил бы? Каждый из них ляжет с двоечки, я уверен. Все, отлично, сейчас буду... Любой человек, не переключайтесь. Любой человек, кто более-менее, там, знаешь, на пиве, там, турник, лавочка, любой вырубит с двойки, абсолютно. We'll be right back.
Друзья, за моей спиной на сцене Fit Angels. Невероятно интересная категория. Знаете, сначала вышли они в черных купальниках. И, как я уже говорил, хорошие девчонки. Но, конечно, форма большинства еще не та. Но когда девочки вышли в своих костюмах, они все преобразились. Это реально очень красиво, это живописно, это очень интересно, это придает отдельный шарм. Если мы сейчас повернем камеру, а мы это сделаем, вы увидите, сколько людей наблюдают за девчонками. Вот это круто. И это очень ценно, то, что люди приходят, смотрят, болеют. И это просто интересно. Многие из них не друзья, родственники или молодые люди этих девчонок. Это просто гости, которые пришли любоваться спортивными телами девчонок. Поэтому, друзья мои, это здорово. Спасибо за внимание. Вы, думаю, тоже полюбовались этими кадрами на нашем канале. Друзья мои, Виктор Шамин, он безостановочно работает уже несколько суток, поэтому отключим его, зададим на самом деле пару вопросов. Первый. Виктор, ты доволен сегодняшним днем? Да, все хорошо. Я думаю, мы сделали чуть шаг для самих себя, чуть шаг выше. То, что планировали, сделали процентов на 90, но все интересно, сейчас еще будет впереди. Мы некоторые элементы сцены будем испытывать, еще пробовать. Новые элементы, усиление. Да, мы хотим...